Чем эти шарики отличаются от ротанговых, да, которые в магазине шарики? Ротанг материал более жесткий. Его начинают крутить, вот скручивая в колечко. Да, вот так скручивают колечко, потом вокруг колечко. И вот так вот он держит сам себя. И получаются шары прозрачные. А вот из трубочек, к сожалению, шары получаются вот такие вот плотные, потому что начинаем крутить как обычный клубок, то есть с маленького объема. Тогда получается у нас более аккуратно. Одной трубочки, как видите, нам не хватает, конечно. Поэтому можно заранее взять сразу две, соединить их между собой. Можно приготовить себе сразу 6 трубочек, попарно их соединив. Так как трубочки влажные у нас, то они скручиваются. И вот таким образом клубочек наращивается. Вот такого размера клубочек – это 6 рабочих трубочек. А заканчивать мы его просто капнем на него клей акриловый, там, где у нас будет планироваться последний виточек. Капнем клей и хвостик заправим внутрь. Вот такой вот получился шарик из 2 трубочек всего. И такой шарик вы можете до бесконечности, да, накручивать. Он не будет тяжелым, но можно сделать и, как всегда, делают из ниток шары, да, вот как интерьерные шары из ниток. То есть можно на шарик, на какую-то основу, на воздушный шарик, и точно так же по нему трубочки уложить, и будет тогда шарик большой и прозрачный. Но его нужно будет определенным образом покрыть лаком сразу или грунтовкой покрыть, чтобы он стал жестким. Вынуть шарик из него.